Поскольку в этом году большая часть мероприятий пройдет в дистанционном формате. Для их проведения будут использованы ресурсы сайтов учреждений, а также социальные сети. Организаторы мероприятий праздника подготовили для ребят достаточно большой спектр развлечений. Это конкурсы, флеш-акции, флеш-мобы, онлайн-проекты, онлайн-викторины, онлайн-концерты, батлы, челленджи и другие мероприятия по различным направлениям. Творчество, спорт, техника, экология, краеведение. Конечно же, часть мероприятий будет организована и с непосредственным участием детей. Эти мероприятия будут организованы на базе учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений культуры и учреждений спорта. Также хочу пригласить всех ребят принять участие в областной онлайн-акции «Детвора при Немане. Приветствуем тебя», которая состоится 1 июня в 11 часов. С планом проведения праздника детства можно ознакомиться на сайте Управления образования и сайтах учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений спорта и культуры. Приглашаем всех ребят и надеемся, что каждый выберет себе мероприятие по душе.